Всем привет! Сейчас мы находимся в поле, здесь растет пшеница. Но собрались мы здесь не для этого. В ближайшие дни начнется утепление вот этого ангара под складирование картофеля. И в данный момент мы готовимся принять материал для теплоизоляции. Пройдемте. Идем. Этот ангар временно использовался под хранение зерна. И сейчас стоит задача утеплить потолок, и с этого года здесь будет храниться картофель. То есть достаточно большое хранилище, но в современных условиях картошка нужна. Вот, обрати внимание, все вот эти стыки между панелью и профлистом, они все будут заполнены полиуретаном. То есть полная герметичность будет обеспечена. Сейчас мы производим разгрузку компонентов DAO и Zolan на нашем складе. Сзади видно, как работает погрузчик. Всего мы сюда завезли 66 бочек. А так вот работает мой главный помощник. Проверяет количество материала, поставленного на склад. От него ничего не убежит. Сейчас весь материал, который мы завозим, мы разложим его в двух точках этого ангара. И когда будем работать, мы поставим газель вот здесь. С нее длины шланга хватит, чтобы перекрыть вот эту вот всю часть ангара. И даже зайдем вон туда за середину, достаточно далеко. Вторую часть бочек мы поставим с той стороны. А может быть, наоборот, поступим по-другому и поставим здесь две установки, как мы уже делали на ангарах, которые мы вам показывали. И будем работать сразу же с двух пеномобилей. Это сильно ускорит производство работ. Сейчас у фермеров время горячее. Сейчас нам необходимо помыть потолок, и после этого мы приступим к нанесению пенополиуретана. Иногда перед утеплением металлических поверхностей требуется подготовка. В нашем случае достаточно обычной помывки простой водой при не самом большом давлении. В некоторых случаях необходима помывка с помощью химии, то есть когда касается вопрос металла с маслянистой поверхности. Наша задача стоит по теплоизоляции потолка. Потолок здесь, двускатная кровля, выполненная по фермам, вложен профлист. Вот сзади меня это хорошо сейчас видно. Вот. И задача уложить слой в 10 сантиметров пенополиуретана. Такой большой ангар с перекрытием верхней части фермы. Так, ну, непосредственно на ней лежит сам металл. Вот, работы у нас уже идут здесь около недели. Вот видно объем работы, который выполнен. Вот, то есть на пылении 10 сантиметров мы начинаем отсчитывать от нижней стороны волны. То есть сначала ребята заполняют волну профлиста, и потом от нижней точки набирается еще толщина в 10 сантиметров. Это тех заданий заказчика. Зачастую, значит, мы укладываем толщину меньше, но здесь по тех заданию укладываются десятки. Это прям реально классная рабочая толщина. То есть вот установка, которая сегодня отдыхает. Также можем наблюдать в фургоне, как обычно, чистота, красота. Вот. И вот они, бочки заряженные. То есть сегодня вечером ребята приезжают, отдыхают и с утра приступают к работе. А вторая машина находится вот около Виктора. Мы ее сняли с газели для удобства работы. Забрали все, вплоть до электрического щита. Осталось отработать совсем немного материала, только не кончается. Одновременная работа двух установок Гамма G30. Вот здесь на туре один оператор стоит. И вот здесь еще один. Работы выполнялись 2 года назад, в 2020 году. Точно такой же ангар сейчас мы запиниваем рядом. Слой ППУ 10 сантиметров.